Готово. Я даю команду на счет три сканер сканировать пространство над твоей головой, под ногами, 360 градусов вокруг тебя, тонких твоих тел, находит все. У меня на голове две неупокойные души. На голове? Монашки. Белым плотным цветом, как туман. Хорошо. Сила моего намерения, они уходят в клетку, тюрьму. Валентина, матушка Валентина и Эльза. Матушка Валентина и Эльза. Приветствую. Автомобильная катастрофа. Вологодская область. Понимаю. Когда это случилось? Давно? 2005. 2005 год. А почему вы сразу не ушли, матушка? По делам мы ехали. Дело недоделанное осталось. Монастырю помогать нужно было. Вам это удалось? Другим удалось. Мы порадовались. Искать путь начали к Боженьке. И узнали, что мы открываем портал, да? Слухами земля полнится. Так и дошли до вас. Замечательно. Матушка и уважаемая Эльза, мы не смеем вас больше задерживать. Сейчас мы откроем вам светлый портал в чистилище, и вы уйдете в светлый мир. Вы готовы? Мы готовы. И открываю сейчас светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И матушка вместе с Эльзой уходит в этот портал. Их встречают кураторы, друзья, все, кто знали их. Мы желаем им всего наилучшего в новой жизни. Матушка Валентина и подопечная моя Эльза. Матушка Валентина. Не приняла еще сан. Но теперь уже и не примет в этой жизни. Ничего, будет новое. Благодарим вас. Во благо. Всех благ желаем. И мы вам желаем всех благ на этом месте, уважаемая матушка Валентина и Эльза. Они ушли. Закрывай, опечатывай, растворяй.